Все тюменские семьи с детьми до 3 лет имеют право на президентские выплаты. Их сумма составляет 5000 рублей. Ранее пособие было привязано к маткапиталу. Теперь получить выплаты могут все, чьи дети были рождены либо усыновлены с 1 апреля 2017 по 1 января этого года. Об этом напомнил заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области Виталий Левенков. На текущий момент Пенсионным фондом по Тюменской области принято более 13 тысяч заявлений. Рассмотрено и вынесено решение и передано на выплату 12 тысяч семей, это более 120 миллионов рублей. Данные выплаты были осуществлены сразу за апрель и май месяц. Также мы готовим документы на выплату за июнь месяц. Добавлю, что подать заявление можно в личном кабинете Пенсионного фонда или на портале госуслуг до 1 октября.